директору музея можно было ответить повежливее. Не спорю. Нужно чаще бывать на культурных мероприятиях. Кирк! О, Господи! Постойте. Петти рассказала мне, что произошло. Мне ужасно жаль. Возможно, моя репутация среди богемы подмочена, но я как-нибудь переживу. Я чувствую себя неблагодарной. Вы завтра вечером свободны? Да, да, да. Мы организуем мероприятие для хоккеистов Пингвинс. Есть два билета на их игру. Любите хоккей? Люблю ли я хоккей? Конечно. Отлично, можете взять кого-нибудь с собой. О, большое спасибо, это классно. Билеты будут у администратора. Отлично. Пока. 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 Хорошего вечера. До встречи, принцесса. Когда наши ковры и самолеты приземлятся у пещеры чудес, где нас будет ждать любовь и хоккей. Я возьму засыку. Ты серьезно?